Наш проект «Универсиада. Наследие» продолжается. На этой неделе мы расскажем, как изменила Универсиада китайский мегаполис Харбин. Универсиада очень много дала Харбину. Власти начали вкладывать большие деньги в развитие спорта и поддержание спортивных объектов. Только на этот ледовый дворец каждый год выделяется 4 миллиона юаней. Харбин стал настоящей столицей зимнего спорта в Китае. Как удалось построить все спортивные объекты всего за год и почему горнолыжный курорт Ябули называют китайской Швейцарией? До Универсиады Ябули был маленьким уездом, а потом все узнали о нас. Раньше эти трассы использовались только для тренировок профессиональных спортсменов, а сейчас на наш курорт приезжают тысячи туристов из десятков стран мира, около 100 тысяч человек ежегодно. Как китайцы справляются с пробками в 8-миллионном мегаполисе и как им удается содержать городские дороги в идеальном состоянии? Дороги на самом деле намного лучше, чем у нас в России. Особенно впечатлили вот эти мосты, когда едешь просто, над тобой еще три дороги, там еще много машин. Смотрите с понедельника, 27 октября, всю неделю в вечерних выпусках новостей в 19:21 на телеканале Енисей. Китаю есть чем нас удивить.